вернется в Казахстан, но только после того, как уйдет в мир иной наш лучезарный и вернется с высоко поднятой головой. Вот идиоты потратили 100 миллионов долларов на поиски Мухтара. Лучше бы инвалидам и пенсионерам раздали эти деньги. Простым гражданам Мухтар Аблязов вообще не нужен и не интересен. Назарбаева надо убрать. Не Аблязов наворовал из банка деньги или еще кто-то. Назарбаев, он сам отпетый мошенник. Откуда нам знать? Может, Назарбаев эти миллионы присвоил себе? 100 миллионов евро ушли кому-то в карман, вот и все. На поимку Бен Ладена и то меньше ушло. Да какая страна отдаст такой кошелек? Елбасы уже не знает, откуда деньги сосать. Зато теперь есть отговорка на поимку очень опасного преступника, про которого все уже давно забыли. В нашей стране деньги ведь больше некуда тратить.